по блеску стойкому. Если вы видите, написано устойчивая помада или устойчивый блеск, фишка в чем? Когда вы нанесли, его наносится на абсолютно сухие губы. То есть уже нельзя нанести на бальзамы. Ни в коем случае. Все устойчивые средства наносятся только на сухие губы. Дальше. В течение 10-15 секунд не смыкаются губы. То есть вот вы нанесли. Обычно в такие блески для губ входит карнаубский воск. Специальный воск, который, разогреваясь на губах, закрепляется на нем. И уже в течение долгого времени вы можете носить эти блески. В Oriflame такие блески есть устойчивые. Обычно всегда приходят и говорят, тут такой блеск продали, ерунда какая-то, все скатывается. Так вот, скатывается из-за чего? Нанесли на губы, и вот так вот, как мы любим-то, да, сразу растирали все. Поэтому, если вы хотите, чтобы блеск дольше держался, в течение 10-15 секунд, не смыкая губы, дождать, пока он закрепится,